Так, народ, всем привет! Вы находитесь на канале Режим Медведя. А Режим Медведя, как всегда, находится где-то в лесу. Итак, сейчас я вам расскажу и покажу, куда мы сегодня пойдем. Не переключайтесь, будет интересно. Погнали! Ребятушки, на дворе 15 марта. Температура воздуха примерно плюс 13, плюс 14 градусов. И, в общем-то, сегодня я иду по довольно-таки известному мне маршруту, по которому я ходил уже несколько раз. По правилу жанра, по правилам любого похода. Если вы знаете, друзья мои, правила похода, вот, я им обязательно придерживаюсь. Вот, и звучит оно так. Если ты собрался в поход и уверен на 100%, что ты ничего не забыл, значит, ты точно что-то забыл. Ну и Режим Медведя всегда придерживается этого золотого правила, что нужно обязательно что-то дозабыть. Вот. И сегодня я забыл, наверное, одну из главных вещей походника. Одну из главных вещей походника. Я забыл флисовую кофту. Представляете себе? Кстати, пока иду и, так скажем, пользуюсь случаем, хочу передать привет YouTube-каналу Black Sea Short Entertainment. Ребятушки, всем привет от канала Режим Медведя. Рюкзачонок-то тяжеленький. Я бы сказал. И вот, друзья мои, мы с вами выходим к вот такому красивейшему месту. А что я могу про это место рассказать? Ну, смотрите, во-первых, я вижу одну такую домик, так скажем, да, навесик такой, который мне знаком. Находится он, так, сейчас я покажу, вот в том вот районе, вот там вот. Там такой домик на сваях из дерева, из очень толстого дерева с крышей. Так вот, это если идти по дороге, по которой я ходил в первый раз до грозовых ворот, то до туда идти 10 километров, до того домика. 10 километров, чтобы вы понимали. Вот. А от него нужно уходить, получается, в бок. И вот где-то там снизу должны быть грозовые ворота. То есть, получается, где-то вот на той хребтине находятся грозовые ворота. Вот, и весь путь сегодня должен составить около 7 километров в одну сторону. То есть до грозовых ворот должно быть 7 километров. Вместо 15. В общем-то, моя дорога сейчас проходила через речку, спустился. Увидел, что там есть еще обалденнейший водопад. Вот там вот. Вот, поэтому на обратном пути, если, конечно же, будет время, я туда заскочу. В общем-то, тормознулся скушать небольшой кусочек сникерса, потому что что-то дорога подвыматывает. Да. И рюкзак еще, блин, такой тяжелый, капец вообще. Там чай, вода. Это жесть. Отвык, короче, от похода в горы я. Вот. Ну ничего, потихонечку иду. Сейчас сникерс съем и пойду дальше. Ну что, ребятушки, вы видите, что у меня появилась улыбка на лице? А как вы думаете, почему? Конечно же, потому что я съел сникерс и повысил себе мотивацию, немножечко поднял. Вот, потому что иной раз идешь такой, идешь, и так становится лень идти, думаешь, блин, все, устал, короче, не буду идти. А потом скушаешь сникерс и идешь дальше.
Вот так вот. Итак, время 14:01. Получается, в пути я уже 2 часа. Вот. Начался малюсенький такой, малюсенький дождик. Вот, но я скажу так, это мне, в принципе, даже, наверное, на пользу, потому что тучка на какое-то время перекроет солнце и будет, в принципе, идти гораздо-таки комфортно. Немножечко отдохну, пользуясь случаем, пока отдыхаю, подсниму вам всю красоту. Домик, про который я говорил, находится вот в том вот районе, примерно там, чуть-чуть ниже, вот здесь вот на хребтине. Не знаю, будет видно вам или нет. Три коняшки пасутся. Вот. Вот там вот вообще находится ферма, которую проходишь, когда идешь к верхним водопадам жены. Вот так вот. Когда иду, пытаюсь взбодриться, пою песенки. Вот, так что, если вы вдруг поете песенки, напишите в комментариях, какие. Вот. Я петь не умею, голоса не имею, но так что-то там. Что-то исполняю, короче. Вот. Так что, пока идем с вами, что, споем? Раз и ты в белом платье, два, в моих объятиях три, гори всю ночь до зари. Раз и ты в белом платье, два, в моих объятиях три, гори ночь до зари. На ресницах блеск весна, и отголоски фраз звучат, нас обручат. Итак, ребятушки, ну, в общем-то, смотрим, так сказать, мой путь с вами. Смотрите. Вот там вот то, что вы видите, вот примерно здесь, это волшебные поляны, да. Чуть-чуть выше вот здесь вот там, как такие три домика, это вот место, где мне собаки облаивали. В общем-то, вот эти вот провальчики, там находятся водопады. А аж вот там вот дальше, вдалеке, вот там вот находится дорога. Вот, в общем-то, откуда я и притопал. Смотрите, какой офигенно красивый вид, ребятушки, а? Обалдеть просто. Я, наверное, еще его на обратном пути вам засниму без своих комментариев. Да. Кого-то они, возможно, бесят, поэтому, ну, извините меня. Смотрите, как вот тут погодка может резко меняться. Здесь вот, где я стою, солнце, а вот там вот дальше... Вот там вот тот домик находится, и от него дальше туда вглубь уходит дорога к самой высокой точке Геленджика. Так вот там, смотрите, стоит сильнейший просто туман. Просто сильнейший туман. Вот там вот сверху тоже видно признаки тумана, в частности, вот там вот видно прям, что сильный туман стоит. Ну а откуда я пришел, там все освещено солнышком. Вот такая вот, ребятушки, разная погода в горах бывает. Здесь высота уже, наверное, метров 600-700. Вот так. Ну вот, начало, так скажем, крепости Грозовые ворота. Знакомиться хочет. Правильно. И другой пошел. Ну что вы все вокруг меня, что ли, собрались ходить, а? Все, давай, я пошел. Итак, ребятушки, ну, знаменитый крест Грозовых ворот. Сами Грозовые ворота. Картина нарисована была. Такая вот крепость. Грозовые ворота.
ребятушки. Так, ну что, ребятушки, времени, в общем-то, 14 часов 40 минут. Вот, ну, подъем сюда составил где-то 2 часа с половиной. Вот, я тут сейчас еще успел с коняшками чуть пообщаться. В общем-то, сделано 12 170 шагов, что примерно равняется 8 километров 400 метров. Да, вот, но смотрите сами. Здесь довольно-таки прохладнее, чем было снизу. Да какой довольно-таки, намного прохладнее. Вот поэтому задерживаться я здесь не буду. Во-первых, здесь есть ветер, вот, который вот оттуда двигается вместе с циклоном. Периодически подкапывает, поднакрапывает дождик. Вот поэтому я спущусь сейчас немножечко в обратную сторону. Вон туда куда-нибудь. И там и попью чай, и покушаю. Вот, и отдохну, конечно же. Ну и засниму это все вам. А самое главное, заряжу камеру, потому что у меня скоро вот-вот сядет камера. Короче, иду, пою. Тут слушатели собрались. Смотрите. Иду, пою, за мной идут, короче, теперь. Может, подвезут меня, а? Копытные, есть у кого желание подвезти меня обратно? Желания нет. Ладно. Значит, пойдем пешком, ребятушки, что делать? У нас еще сегодня в планах надо как-то каким-то макаром искупаться и не замерзнуть. Вот. Что может быть очень сложно. Потому что из согревания у меня есть с собой только мембранная куртка. Да, флиску я забыл. Итак, хочу вам немножечко показать. Вообще, вот вы много раз видели горную реку Ачипс, в которой я, в общем-то, купаюсь, вот там вот она протекает. А где она начинается-то, ребятушки? А начинается-то она вот, вот, смотрите. Вот идет ущелье, вот идет ущелье. И вот по этому ущелью протекает река. И вот либо где-то вот здесь, либо где-то вот здесь вот она начинается. Ну, то есть вот там вот на хребтине, понятное дело, что там этой реки уже нет. А вот именно в этих ущельях, вот тут вот где-то она и начинается. И вот становится такое, что в ней даже есть водопады. Прикиньте. Ну это обалденно, когда ты видишь примерное место, где начинается горная река, в которой ты в последующем купаешься, она как бы, ну, не кажется тебе каким-то там малюсеньким ручейком, а это действительно довольно-таки такая большая горная река. Ну а получается, вот за той хребтиной, вот за той хребтиной, чуть дальше находится начало горной реки Жаны, тоже, которая не уступает размерами, а то еще и больше, и водопадов там намного больше, чем здесь. Вот, ну то есть вот так вот мы, можно сказать, прошли сегодня горную реку Ачипс с низовья до верховья реки, как-то так. Итак, в общем-то, нашел место, в котором я, кстати, кушал в прошлый раз, когда был на Грозовых воротах. Вот. Мне очень понравилось это место, как такая ступенечка организована, что прям и от ветра сверху она меня защищала, и в принципе сидеть удобно было. Итак, хочу вам показать опять, какая разная погода, ну перед тем, как начать кушать. Смотрите, вот там вот все шикарно, да, все отлично и замечательно, а вот там уже не так все шикарно, и там темно, пасмурно и холодно, вот. Поэтому, когда вы, ребятушки, идете в горы, берите с собой разную одежду на всякий случай, потому что вот там вот у вас может быть тепло и плюс, там, не знаю, 15, а здесь может быть холодно и плюс 10. Как-то так. Все, вот покажу вам местечко, где я сейчас буду кушать. Смотрите, какое шикарное место. Обалденно вообще. Так, друзья мои. Погода, конечно, бомба вообще просто. Начался дождь, блин, капец. Но я надеюсь, что он ненадолго. Чуть-чуть покапает и все. В общем-то, я сейчас сижу, кушаю вот так вот. Расположился. У меня с собой сегодня гречка с мясом.
Уже, кстати, штаны вон успел замарать. Вот. В общем-то, сейчас посижу, покушаю и пойду дальше. Все, убираю камеру, чтобы не намокло. Так, ну что, ребятушки, я, в общем-то, покушал, надо сказать, как всегда. Спасибо этому прекрасному месту. Вот. Очень хорошо я здесь посидел, перекусил, заточил сникерс, попил чаёнок. Вот. Ну и сейчас времени у нас 15:42. Выдвигаюсь в обратный путь. Вот. Обратный путь мне не сильно-то уж и близкий. Ну что, ребятушки, время 16:05, а я уже добрался до речки. Смотрите, здесь такие красивые перекатики. Сейчас попробую дойти до водопада, который там был, который мне понравился, если я смогу туда вообще подобраться. Ну вот вам, ребятушки, водопадик. Смотрите, он еще выше, чем тот, на котором я буду сегодня, скорее всего, купаться. Очень красивое место. Вот. Он, конечно, прям не падает с нависания, а аккуратненько так скатывается, но высота у него приличная. Да, приличная высота. Ну, я, кстати, посмотрел здесь, снизу там купель небольшая, то есть там снизу особо-то и не покупаешься в нем. Ну, смотрите, ребятушки, как изменяется погода с высотой. Если там наверху накрапывал дождик, здесь он, кстати, сейчас тоже что-то накрапывает. Вот, но здесь хотя бы светит солнце и тепло. Я даже останавливался, чтобы снять мембранную куртку, потому что шел прям вообще, стало очень жарко. Вот. Очень красиво. Травка зеленая. Дождик поднакрапывает. Место, где я на прошлых выходных ужинал. Так, ну что, ребятушки, я думаю, что по моей довольной ухмылке вы можете догадаться, а еще по шуму воды, что я таки дошел до водопада. Время 16:40. Смотрите, вот он, водопад, на котором я был на прошлые выходные, купался в режиме медведя. А вот там вот сверху проходит тропа на грозовые ворота. Да. Ну и, в общем-то, я сегодня так, пока шел по тропе, знатно взмок, потому что было жарковато поначалу. Вот. Ну и теперь, соответственно, с кайфом искупаюсь в холодной горной реке. Погнали смотреть. Режим медведя! Погнали купаться! Оп. Вот так. Помоемся, ребятушки. Сегодня знатно вспотел. Хороша водичка. Ай, хороша. Вот. Сегодня, кстати, ребятушки, полегче дается почему-то. Не знаю. Может, из-за того, что согрелся хорошо. Ну, короче, я не знаю. Легко зашел прям вообще. Обычно сложнее. Прям так сижу хорошо, честно, даже выходить не хочется. Я не знаю, как так получилось сегодня. Может, еще раз зайду. Водичка класс, ребятушки. Советую всем. Режим медведя. Друзья мои, ну, вы просто не представляете, насколько это было восхитительно. И как же хорошо я себя сейчас чувствую. Вода, ну, я не знаю, как говорят, конечно, парное молоко. Возможно, для меня это, конечно, как парное молоко. Для других это очень холодная вода. Тем не менее, я не знаю, как так произошло, но
я сегодня прям очень легко зашел в эту воду. Прям очень легко. Видимо, потому что я весь обратный путь шел, и мне было жарко. И я прям мечтал уже искупаться в холодной горной реке. Вот. Так, ну что, ребятушки, покидаем это чудное место. Спасибо водопазику, спасибо купели. Я себя сейчас чувствую очень свежим, прям энергии прибавилось в два раза. Да, в два раза прибавилось энергии. Вот, ну а мы сейчас с вами пойдем немножечко в обратную сторону, до полянки, где я поужинаю, потому что время 17 часов 11 минут. Так, ребятушки, в общем-то, выбрался я от речки, вот. Там было место, где я кушал, в общем-то, в прошлый раз. Сейчас покажу вам, где оно было. Вот там вот, получается, находится то местечко. Но там почему-то прям сильный-сильный ветер дует. Видимо, по реке прям идет ветерок. И, в общем-то, я решил переместиться на полянку, на которой утром у меня был первый, так скажем, мини-привальчик. Вот, попил здесь воды, немного перевел дух. И, в общем-то, здесь же, скорее всего, сейчас я и поужинаю. Потому что, ну а что, так-то удобное место. Ну что, ребятушки, в общем-то, время 18 часов 13 минут. Надо сказать спасибо этой полянке за гостеприимство, за то, что она такая удобная, безветренная. Здесь прям очень ярко и сильно щебетали птички, пока я здесь сидел. Вот. Ну а мне нужно потихонечку идти в обратную сторону, потому что 18:30, сядет солнце. Здесь его уже давненько нет на этой полянке. И, в общем-то, становится так прохладненько. Вот, а как вы помните, ранее я говорил, что забыл взять с собой плисовую кофту. Вот, и поэтому, чтобы не замерзнуть, надо начинать обратный путь. Так, ну что, ребятушки, в общем-то, времени 18:53, солнце 20 минут назад село, еще вроде бы что-то более-менее видно, но так как вы можете заметить, что дорога довольно-таки грязная, я решил достать фонарик и, в общем-то, им воспользоваться. Так, ну что, ребятушки, я, в общем-то, дотопал, сейчас покажу вам итоговый результат. 17,5 километров получается. 24 тысячи шагов, 17,5 километриков. В общем-то, это был очень хороший, интересный поход для меня. Надеюсь, что и для вас. Подписывайтесь обязательно, ставьте лайки, пишите комментарии. Ну а также еще заглядывайте в телеграм-канал. Не зря же я его создал. Всем пока!